Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Очень часто наши специалисты, консультируя клиентов, слышат вопрос: подберите нам самый дешевый микроскоп, в который, тем не менее, хоть что-то видно. Встречайте Конус Стади 4. Детский, пластиковый, фантастическое увеличение в 900 крат, но зато очень дешево. Давайте посмотрим в окуляр этого чуда итальянской фантазии и определимся, стоит ли его рекомендовать. Микроскоп поставляется в компактной красочной коробке внутри пластиковой формы. Комплектуется набором предметных и покровных стекол с двумя уже готовыми микропрепаратами, пинцетом, двумя пустыми пробирками, адаптером для подключения к смартфону и инструкцией. Оптический прибор выполнен в полностью пластиковом корпусе. Вес устройства с элементами питания 350 грамм. Станина микроскопа имеет возможность наклона на существенный угол в 70 градусов. Микроскоп оборудован тремя несъемными объективами 10, 45 и 90 крат, установленными в револьверную головку. Смена кратности производится путем поворота револьвера до щелчка. Окуляр съемный однолинзовый, увеличение 10 крат. Корпус окуляра пластиковый, посадочный диаметр 22 мм. Сверху на окуляр можно установить фотоадаптер для смартфона. Основная часть адаптера выполнена из металла, фиксирующая часть для смартфона из пластика. Для адаптера подойдут любые устройства с диагональю не более 6 дюймов и плоской поверхностью задней крышки. Положение глазка камеры не играет роли. Ширина переходника 90 мм. Общая длина 180 мм. Имеется крепление для селфи-палки, монопода или штатива. При эксплуатации микроскопа со смартфоном от малейшего прикосновения к корпусу устройства наблюдается значительное дрожание картинки. На комфортность наблюдений этот эффект никак не влияет. Фокусировка осуществляется сменой положения функционального блока с объективами. Ход колеса фокусировки тугой и очень грубый. Предметный столик неподвижный, прижимные лапки фиксированные. Под предметным столиком располагается колесо со светофильтрами. Модуль подсветки двойной. С одной стороны установлено плоское зеркальце, с обратной стороны светодиод. Подсветка от зеркальца неэффективна, а вот светодиод наоборот продемонстрировал порой даже избыточную яркость. Питается осветительный блок от двух пальчиковых батареек, расположенных в основании прибора. Около элементов питания мы видим два свинцовых груза, благодаря которым микроскоп стал значительно устойчивее и не опрокидывается при установке фотоадаптера со смартфоном. Для оценки качества изображения использовался стандартный набор микропрепаратов и цифровая камера. У изображения присутствует весь набор аберраций. На слабоконтрастных объектах неразличима структура образца. С применением объективов большей силы наблюдается существенное падение яркости и резкости. Микроскоп непригоден для обнаружения культур бактерий. Оптический прибор справился с микропрепаратами насекомых, клеточных структур и простейших. Да, качество картинки на жирную троечку. Тем не менее, структура изучаемых образцов местами просматривалась, а для ребенка младшего школьного возраста этого будет более чем достаточно. За скромные $45, именно столько стоит Конус Стади, разработчики справились с задачей вполне достойно. Микроскопчик можно брать. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.